Так, ну что, выходим с Белым на улицу. Да, что такое? Лиса завтракать не хочет, есть не хочет, но злыдня страшная. Белого от кухни отгоняет. Что же это такое-то? Пойдем. Пошли. Алиса! Вон Алиса и голуби в большом количестве. Привет! Так, ну-ка не трогай его. Что такое? Что? Посадила собаку в этот, какого, в будку? Ой, ты что ж такая сегодня? Видели? А я с ней живу. Пошли. Где голубь? Пошли искать голубя. Пошли смотреть. Идешь? Вот. Просто карабас-барабас минимум. Ой. А, да, кстати, я как бы проконсультировался. Безумные белки безумно бегают. Шерсть от леса лежит. Молодежь, вы что тут устроили? Что за безумные бега? Все, погнали. Я проконсультировался. Мне сказали, что голубь болеет, но он молодой еще. Сейчас переболеет, и все с ним будет нормально. Вот. Ай. Вот лиса. Лиса прилично реагирует на голубя в клетке. То есть нету никаких истерик. Но дверь я при ней не открываю. Вот голубь. Оп. Придется открыть дверь, чтобы заснять. А ты куда? Ты куда сразу? Не-не-не-не. Что такое? Белки, слышишь, кричат сверху. Голубь ест, голубь пьет. Все с ним хорошо. У него две поилки. Вон она, одна сверху. Одна снизу, большие. Глаза уже стали нормальные. Приходит в себя. А я эту дверь открою. Ты что думаешь? А тут нету доступа лисе. Куда? Уже полезла. Короче, все с ним хорошо. Да. Я думаю, что недельку посидит. И можно будет к стае выпускать. Семечек у него как на всю стаю на день. Так что справится. Все хорошо. Да. Ну, лиса уже опытная. Она знает, что толку тут. Ой, дверь ломится, если дверь закрыта. Все, иди. Ну, видите. На команду голубь тут. Реагирует незамедлительно. Так что все с ним хорошо. Вот внешний вид. Он летает, кстати, тут по вольеру. То есть он вверху подлетает. Лиса, конечно, не очень довольна, что ей не отдают голуби. Пойдем, вот там куча голубей. Нет. Ну и голубе такое соседство не очень нравится, но что же делать-то? Вот. Идешь? А это я ее сегодня тут тоже обдирал. Обдираловка! Лисья. Пошли. Алиса. Нет. Вот так. Так, что-то там у нее прикопано. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот.
Мне показалось, или тут у тебя что-то прикопано? Вот тут. Под деревом. Можно посмотреть? Нет. Очень интересно. Но сдержано. Ты тут останешься? Да. Судя по всему, да. Будешь валяться вот тут в углу. Делать вид, что ты такая добрая лиса, которой ничего-то не дали. Например, голубя. Все. Это она со мной не разговаривает, значит. Сама себе лиса. Все, все, все. Ухожу. Даже гладить тебя не буду. Да, вот так проваливается земля. Видите, вот контур. Когда в нее закапываешь листья. Через годик. Таким кружком. Так, голуби улетели.